Клуб «Тэквондо Квон» совместно с открытым молодежным центром ЕСН «Сил Ламяй» готовит грандиозное спортивное событие и не только. В понедельник, 16 октября, состоялась рабочая встреча, на которой обсудили совместную работу и детали предстоящего мероприятия. Мы планируем одно мероприятие, очень масштабное, интересное в нашем городе. И будем в этот раз сотрудничать с молодежным центром, с нашими партнерами. Вот. Мероприятие будет очень интересное. Мы не будем анонсировать, что это, чтобы это осталось неким таким сюрпризом для вас. И в целом, я думаю, вы скоро все сами узнаете. У нас очень много проектов, у нашего клуба очень много проектов. Мы запускаем скоро YouTube-формат, готовим еще несколько проектов, которые мы будем проводить в нашем регионе. Вот. Для этого мы начинаем активное партнерство с молодежным центром, а также ищем новых партнеров, которые готовы поучаствовать с нами, чтобы развивать наш регион. Сегодня прошла рабочая встреча со спортивным клубом, который работает на территории Давирума. Встреча прошла очень положительная. Было очень много идей, которые мы обсудили, наметили план действий и надеюсь, что приятно удивим жителей города Сил Ламяй, жителей Давирума и Эстонии тем мероприятием, которое в ближайшее время у нас произойдет. Следите за последними новостями вместе с ЕСН ТВ.